Студентов и сотрудников Крымского федерального университета имени Вернадского снова эвакуировали. Утром на электронную почту вуза пришло сообщение о минировании. На месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и других силовых ведомств. Напомню, также угрозы уже поступали в университет ранее. После проверки информация не подтвердилась. Мешает рабочему и учебному процессу, отвлекают, не дают решать проблемы, которые есть в универе. Особенно во время сдачи дипломной подготовки. Очень не вовремя. Приехал сегодня за справкой. А здесь такая ситуация, заминировали опять. Неудобно как-то получилось. Такой долгий путь проделали и просто...